I got my mind set on you.
ребята дома одни и решили их съесть. Их всего лишь только 7. Жаль, что не 10. Сегодня мы сидим на обед молодых козлят. А в это время на ярмарке, куда отправилась коза, начался праздник. Сколько же заграничных гостей понаехало, сколько товаров навезли. У козы глаза разбегаются. И не спеша направилась домой. А в это время... Ой, кто это? Неужели волки? Так, я иду. А один из них, смотрите-ка, в козу переоделся. Ты просто, мальчика, пойдешь.
пошел самый хитрый волк к медведю. А медведь в это время в кузнице работал. Поверили козлята и открыли дверь, выбежали из дома. Карапузики, нам кончились ваши танцы. Всех мешки посадите. Давайте браться. Что за праздник? Не помните вы ничего? Посмотрим, мата, это здесь идет. Это знает даже пень. Пойдемте, мы вам поможем на вас цветов. На вас и к нам. Дверь настежь, в доме никого, капусту есть некому. Thank you.
И вдруг слышит коза, уж не ее ли это козлята? Бросилась коза на лесную поляну. Видит коза, пляшут козлята вместе с волчатами. За ручку, за ручку, за ручку, за ручку. Подождите, букет. Мама здесь. Спасибо большое. Маленькая девочка. Спасибо большое.